Петропавловске завершился чемпионат республики по кроссовому биатлону. В нем участвовали 160 спортсменов со всего Казахстана. Соревнования длились 3 дня. Денис Сивков побывал на последнем этапе первенства. Республиканские соревнования по кроссовому биатлону в Петропавловске проходят в 4-й раз. Спортсмены состязаются на лыжероллерной трассе в поселке Барки. В этом году побороться за пальму первенства собрались 160 биатлонистов со всей страны. Проводим соревнования для самых маленьких наших биатлонистов, 2003 год и младше, ну и, соответственно, до юниорского возраста. Биатлон в области развивается очень динамично. У нас есть ребята, которые входят в состав сборной Республики Казахстан. Сегодня 3-й этап состязаний, завершающий – командная эстафета. До этого спортсмены уже провели спринтерскую и индивидуальную гонки. Сейчас их награждают по итогам 2 дней. Отмечу, пока лидируют акмолинцы. В их активе 1047 очков. Вторыми идут биатлонисты из Восточно-Казахстанской области – 1019 поинтов. А наши спортсмены удерживают 3-ю позицию. У них 657 очков. К финальному этапу соревнований все готовы. Первые 2 соревнования были очень интересные. Все команды приехали подготовленными. Спортсмены очень сильные, конкуренция между собой очень сильная. Ну, и наша команда приехала побороться. Пристрелка окончена, настало время выйти на старт. Анастасия Панчина 7 лет в биатлоне. Представляет Восточно-Казахстанскую область. На республиканском чемпионате выступает 2-й раз. Мы стартом стартуем все вместе. Передаем эстафету. Конкуренция большая, конечно. И от соревнования жду очень хороших результатов. Биатлонисты преодолевают дистанцию в километр. После идут к огневому рубежу. Чтобы нанести прицельный выстрел, важно сконцентрироваться на огневом рубеже. Однако сделать это после продолжительного круга становится намного сложнее. Расстояние отсюда до мишени 50 метров. За каждый промах штрафной круг 75 метров. Поэтому важно на высоком пульсе поразить все мишени. От этого зависит результат команды. В итоге бронзу соревнований завоевала сборная нашего региона. Серебряные медали у биатлонистов из Восточно-Казахстанской области. А победителем чемпионата стали акмолинцы. Денис Сивков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.